я уже закончила университет, но я уже здесь живу, это мой 5-й год. 4 года с половиной я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история, вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить 2 слова на английском, 3 слова на русском, 1 слово на румынском. Там, мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов.